частности, Дарул Ифтай аль-Мисрия и многие другие ученые числа Ахлюс-Сунна отвечают на этот вопрос, что то, что приготовила женщина в период месячного, цикла, разрешено употреблять в пищу. И доводом они приводят множество хадисов, и один из хадисов, который передал имам Муслим, достоверный хадис, где Аиша, радиаллаху анха, говорит, что я выпила из определенного сосуда, я была в период, как говорится, критических дней, и посланник Аллаха, когда я ему передала эту чашу, этот сосуд, именно выпил с того места, куда касались мои губы. То есть его губы касались того места, куда касались мои губы. Подобных достоверных хадисов очень много, и ученые из этого сделали фатва, сделали решение, что никакого запрета нету употреблять в пищу то, что приготовила женщина в период менструального цикла. Некоторые, возможно, люди большого духовного состояния, уровня и так далее, возможно, что-то для себя чувствуют негативное. Вот, Аллаху алям, конечно, что-то индивидуальное, если с человеком в духовном плане происходит, конечно, он имеет право воздержаться от этого.